В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И в начале выпуска мои коллеги о главном. Ограбление по-армавирски. Какое наказание получили любители поживиться чужим добром, выясняла Светлана Волошенко. В России вот уже 19 лет отмечают День медицинской сестры. Насколько востребована эта профессия в Армавире, расскажет Мария Фалькова. Фестиваль «Кубань театральная». Каким он будет для армавирского драмтеатра, узнала Юлия Чернышова. Глава Армавира Андрей Харченко встретился с руководителями и коллективом 21-го, 28-го и 58-го детских садов. На встрече градоначальник рассказал о том, какие работы проводятся по совершенствованию городских учреждений дошкольного образования, а также ответил на вопросы воспитателей. В самом начале встречи городской глава напомнил, что только в прошлом году было построено 2 детских сада. В текущем началось строительство еще 2 дошкольных учреждений. Помимо этого, ряд садов расширяют и создают дополнительные места. Кое-где и перепрофилируют помещения под детские сады. После отчета служб по проделанной работе педагоги перешли к вопросам. Для некоторых людей, живущих в спальных и микрорайонах, не хватает мест для автомобилей. Вот эти гаражи, которые у нас стоят во дворах, вот там можно было бы сделать парковку, потому что под моими окнами со мной это 22 машины. Я к вам вопрос, кто эти гаражи поставил? Вы знаете, когда-то изначально... Нет, когда-то изначально это были гаражи инвалидов. Сейчас там уже ни одного инвалида нет. Хорошо. Я вам гарантирую, что во дворах Тимирязева 80, 82, Советская армия 105, Ефремова 133, по каждому гаражу мы разберемся. Кадровый голод – проблема, которая сегодня волнует не только армавирцев, проблема всей страны. Например, дефицит врачей узкой специализации. Хотела поблагодарить вас за чистоту и уют, который поддерживается в городе в течение долгого времени. А вопрос у меня такой. Вот мы, мамы, большинство, сталкиваются с такой проблемой, как нехватка узких специалистов, медиков, именно врачей. Вот у меня ребенок... Кардиологическая проблема. У нас есть одна врач, кардиолог, на весь город. Там планируется построить 10-этажный дом для медиков. И не только для медиков. Мы специально подготовили эту площадку. Как только программа заработает, мы сразу будем в этой программе участвовать. Самое главное, мы уже отвели земельный участок, и уже наш застройщик на торгах победил. Я думаю, что в ближайшее время мы даже не будем дожидаться этой программы, мы и строить начнем. Соответственно, это нам даст возможность привлечь кадры в город Армавир. Встреча главы Армавира с педагогическими коллективами завершилась личным приемом. Все желания людей были записаны и взяты на контроль для их дальнейшего решения. Пенсионный фонд России предоставит дополнительные денежные выплаты ветеранам. По указу президента страны, в течение 1,5 месяца после годовщины победы в Великой Отечественной войне каждому фронтовику единовременно будет перечислено по 5 000 рублей. Кроме того, на такую же помощь могут рассчитывать инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы военнослужащих, погибших во Второй мировой, а также воинах с Финляндии и Японии. Также единовременная выплата в размере 1 000 рублей предусмотрена для ветеранов тыла и тех, кто был награжден за самоотверженный труд в военное время. К другим новостям. Очередная продовольственная ярмарка развернулась в субботу 12 мая в центральной части города по улице Кирова. Традиционно армавирцы могли приобрести на ней сельскохозяйственную продукцию и продукцию местных производителей по доступным ценам. Мясо, мед, колбаса, хлебобулочные и молочные изделия, овощи. Всего несколько десятков наименований товара. Такая торговля призвана поддержать и местных сельхозтоваропроизводителей, и владельцев личных пособных хозяйств, считают в мэрии. Ярмарки проводятся в различных микрорайонах города с завидной регулярностью. Нужны ли ярмарки армавирцам? Ответ на этот вопрос нашла наша съемочная группа на улицах города. Конечно, нужны. Помогают пенсионерам особенно. Овощи немножко дешевле, масло, сахар дешевле. А остальное, помидоры, все одно и то же. Конечно, безусловно, особенно для пенсионеров. Пенсии у всех невелики, всем хочется подешевле что-то купить. Желательно хотя бы это 2 раза в неделю, отлично было бы. Правильно, конечно, нужно, а как? Удобно, все-таки центр города тут. Народ распространяется, ходит, узнает, что тут им надо, что не надо. Выбирают, покупают. Цены, приемлемее, чем с рынком намного. Обязательно нужны, конечно. Пришли, вот что-то дешевле купили. По ценам здесь хорошо. Хорошо, можно...
прилично купить, подешевле, чем на базаре. Нужны, конечно. Немножко дешевле бывает тут. Там пятерка, там десятка. Все дешевле. Взяли с поличным. Сотрудникам Армавирского отдела МВД удалось задержать грабителей практически на месте преступления. В этом правоохранителям помог житель нашего города, свидетель ограбления. Более детально об этом репортаж Светланы Волошенко. Вот дачный участок, с виду ничем не примечательный. Но тем не менее, как сообщили правоохранители, его отлично заметили ночью двое нетрезвых мужчин. Вернее, даже не сам участок, а то, что на нем находились металлические трубы и швеллера. Кстати, в этом месте мужчины оказались не случайно. Растегаев и Селиванов, находясь в районе Каспаровских дач, употребляли спиртное на заброшенном дачном участке. В ночное время, примерно 3 часа ночи, когда у них закончилось спиртное, решили заработать себе денег для очередной выпивки. О том, чем занялись злоумышленники дальше, рассказывает очевидец преступления Игорь Завадский. У меня окна выходят на дорогу в доме. Вот, будем говорить, собака гавкала всю ночь. Вот. Я выглянул в окошко, вот, они как раз металл этот переносили на плечах. Начали потихонечку через забор, через соседский, вытаскивать металл, вот, складывать его на дорогу. Потом уже по дороге относить в сторону на ближайшую соседнюю дачу. Там у них, значит, стояла хорошая такая тачка тихоходная на резиновых колесах, вот, и будем говорить, там его готовили вывести. В окошко им, будем говорить, ну, поругался на них, вот, чтобы они уходили. В ответ мне было сказано: мужик, спи, не бойся, вот, это не твое, мы сейчас возьмем и уйдем. Вот. Ну, на что бы я им ответил: вызову я полицию, нам все равно, вызывай. Ну, вызвал я полицию, полиция приехала, вот, ну, пока вызывал, пока, будем говорить, полиция ехала, вот, они попрятались в брошенных дачах, вот. Полиция их нашла, привела на опознание, вот, я их опознал. Далее в отношении двух грабителей было возбуждено уголовное дело. Кроме того, как отметил федеральный судья Валерий Притулин, скрылись некоторые отягчающие обстоятельства. Ну а затем, 5 марта сего года, Армавирским городским судом был вынесен обвинительный приговор. Растегаеву судом было определено наказание в виде лишения свободы, реального содержания наказания в исправительной колонии строгого режима обоим, кстати. Первому 2,5 года, второму, то есть Селивану, 3 года и 5 месяцев. Оба ранее судимы. Растегаев судимы за убийство, за грабеж, разбой и кражи. Они были последний судимый, он отбыл 15 лет лишения свободы. Вот. И второй Селиванов, это его родственная связь у него с Растегаевым, также ранее тоже судимы за хищение чужого имущества. Теперь оба любителя чужого добра отбывают наказание в местах не столь отдаленных и вернутся домой отнюдь не скоро. Светлана Волошенко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Профессия «помогать людям». 12 мая отмечают Всемирный день медицинской сестры. Около 200 лет назад появилась такая специальность. Но помощь больным людям и уход за ними были в почете на протяжении всей истории человечества. Так и сегодня труд медсестер – одно из важнейших условий выздоровления. Но почему молодые специалисты из этой области все меньше идут работать по профессии, расскажет Мария Фалькова. В Армавире военной поликлинике редко удается остаться без дела, тем более медицинской сестре. Измерить температуру, артериальное давление, отдать лекарства, установить капельницу. И так за день почти 60 пациентов. Но медсестра Лариса Рыженко трудностей не боится. Как не боялась в детстве крови, чуть позже уже в медучилище сложных научных терминов, а уже потом не боялась подарить пациенту веру в себя и поставить его буквально на ноги. Суть работы – это большая ответственность. Ты несешь ответственность не за свою работу, но за жизнь человека. Потому как от твоей работы очень много зависит. Вместо медицинского института Лариса выбрала институт семьи. Так она называет любимого мужа и детей. Теперь за плечами медсестры Рыженко 21 год стажа работы в хирургическом отделении. Бессонные ночи, сострадания к больным. Но она ни о чем не жалеет. Я закончила институт, Армавирский педагогический институт. Но я не ушла. Не ушла работать по высшему образованию. Я осталась медсестрой. Это мое призвание.
В Армавире, да и во всем крае, профессия медсестры более чем востребована. Власти пытаются привлечь кадры стимулирующими выплатами, но это не всегда задерживает молодых специалистов со средним профильным образованием в палатах у пациентов. Главной причиной, скорее всего, является маленькая зарплата. К сожалению, очень мало девочек приходит, которые хотят работать. В России профессиональный праздник медицинских сестер отмечают уже 19 лет. И за все эти годы по-прежнему основой этой профессии остается сострадание к людям и терпимость. Мария Фалькова, Дмитрий Тяжко, служба новостей Армавира. Продолжаем выпуск. 13-й фестиваль «Кубань театральная» стартовал в Краснодарском крае еще 1 марта. Заявки на участие в нем подали множество театров нашего региона. Заключительный этап конкурса по традиции пройдет 15 ноября. Именно в этот день, 106 лет назад, родился народный артист Советского Союза Михаил Куликовский, в честь которого назван фестиваль. Подробнее Юлия Чернышова. Этот 13-й фестиваль «Кубань театральная» позволил нашему драмтеатру показать спектакль дома на родной сцене. Кстати, ряд постановок в рамках конкурса уже прошел в Краснодаре. Теперь компетентное жюри из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми даст свою оценку игре армавирских актеров и энтузиазму театралов. Вы знаете, что наш театр один из старейших на юге России. Он уже отметил свой 103-й юбилей. И что хочу сказать, что он принимает участие во всех мероприятиях вот этого фестиваля «Кубань театральная». В рамках фестиваля Армавирский театр драмы и комедии представил спектакль по пьесе Островского «Волки и овцы». И это не случайно. Практически каждый сезон в нашем храме искусств открывается по традиции постановкой пьес именно этого драматурга. Ох уж это охота! Устал, братец! А что поделаешь? Страсть! Жить без охоты не могу. Согласно условиям конкурса, все театры Кубани представляют по одному новому спектаклю. Жюри наградит лучшего режиссера-постановщика, самых достойных актеров, а также вручит награды за сценографию и световое оформление. Кстати, судейский состав формируется из ведущих российских и региональных критиков. Надо сказать, что победителям Кубани театральной вручаются денежные призы. В этом году решили сделать двухступенчатую систему, немножко больше раскрыться, что называется, делать его не просто кубанским, а немножко открыться вообще всей России. Поэтому, собственно, с этим связано то, что вот сейчас члены жюри приехали смотреть спектакль в Армавир. То есть мы вот сейчас смотрим спектакли в Армавире, в Майкопе, собственно, вот в Краснодаре посмотрели. Ну, вот спектакль «Эстуапсе» приехал в Краснодар. Но, в принципе, сейчас вот мы решим судьбу наград, а осенью будет некто второй этап, может быть, более даже важный. Армавирская театральная труппа неоднократно признавалась лучшей на фестивале. Последний раз в 2010 году награду за лучшую роль второго плана получил артист Игорь Голландцев. Тогда на суд жюри был представлен спектакль «Изобретательная влюбленная» по пьесе Лопе де Вега. Вообще, фестиваль «Кубань театральная» был учрежден в апреле 1988 года Краснодарской организацией Союза театральных деятелей России. Начиная с 1992 Второго соучредителем конкурса стал Департамент культуры Краснодарского края. Фестиваль получил статус биеннале. Он проводится один раз в два года. В 2001 году в связи с 95-летием выдающегося деятеля культуры Михаила Куликовского фестивалю было присвоено его имя. Отборочные этапы «Кубани театральной» проводятся с 1 марта по 30 июня. Заключительные с 15 по 22 ноября 2012 года. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Заключительный этап ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2012» прошел на базе одной из городских автошкол. Напомню, что первый этап конкурса состоялся 11 мая в Центре научно-технического творчества. Учащиеся из 20 школ города могли проявить себя в творческом конкурсе. Во втором и заключительном этапе школьники состязались в таких конкурсах, как знатоки дорожного движения, оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим ДТП и демонстрировали мастерство фигурного вождения велосипеда. Третье место завоевали учащиеся гимназии номер один. Второе разделили между собой ребята из 2 и 12 школ. Абсолютную победу одержали юные инспекторы из СОШ номер 9. И уже в августе они будут отстаивать честь родного города на краевом конкурсе юных инспекторов дорожного движения в Анапе. Хочется отметить, что ребята справились хорошо с поставленными задачами, показали
высокие знания правил дорожного движения, смогут оказать при необходимости медицинскую помощь, а также хорошо владеют навыками вождения велосипеда. Об этих и других событиях вы также сможете узнать любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же вам доступна видеоверсия информационной программы «Твои новости». А на форуме «Медиагрупп» можно предложить волнующие вас темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. До встречи на телеканале ТНТ «Армавир». Всего доброго. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Улица Мира, 51.